Всем привет! Сегодня хотелось рассказать, как настроить Шерхан Мегагар 5 на автозапуск по температуре в летнее время суток при достижении температуры плюс 60 в салоне, чтобы остудить автомобиль. Делается это следующим образом. Для этого сначала должен быть убран значок таймер. Здесь вот он стоит, вот он есть, вот он, вот его нету. Делается это кнопкой 2 и 4, кратковременным нажатием. Вот его нету сейчас. Вот, что дальше? Ну, естественно, должен быть настроены часы. Для этого заходим в меню 1, это кнопками 1 и 2, долгим нажатием кнопок 1 и 2, заходим. Сейчас вот объясню, а потом уже покажу. Нажимаем, держим долго, она отпикает один раз. И после этого нажимаем 21 раз кнопкой 4. Нужно нажимать так. Одно нажатие, один сигнал в автомобиле. Второе нажатие. Сигнал на автомобиле. Третье нажатие. Сигнал на автомобиле. Здесь будет пикать. Вот. Каждое нажатие должно сопровождаться звуковым сигналом. Как на автомобиле, так и на брелке. Итак, 21 раз. После этого, после того, как отпикает 21 раз, ну, то есть надо будет дождаться, и она отпикает 21 раз, и после этого нажимаем кнопку 4. Вот. Сейчас мы продемонстрируем, как это должно быть. Вот, зажимаем кнопочку 1 и 2. Должны быть открыты двери. Вот сейчас откроем двери. Обязательно. Вот открыли мы двери. И теперь зажимаем 1 и 2. 1 и 2. И слышим один писк в автомобиле. Вот. Теперь нажимаем 21 раз четверку. Один нажатие, один писк. Вот, не успели. Еще раз. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Двадцать. Теперь нажимаем. А, ждем, когда 21 раз отпикает автомобиль. Вот у нас отпикал 21 раз и нажмем четверку. Все, отпикал 4 раза. И все, теперь мы поставили режим плюс 60. Теперь включаем таймер. Вот кнопкой 2 и 4. Включили. И закрываем двери кнопкой 1. Все. После того, как в салоне температура нагреется до плюс 60, произойдет автоматический запуск. Все. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Очень канал полезен для тех, кто у кого есть автосигнализация Шерхан.